Я вас приветствую, многоуважаемые зрители этого ролика, подписчики моего канала. Сегодня, пока по параллельному пути нас обгоняет скоростной поезд, вот небольшая преамбула. Не так давно я выложил ролик, где такой же скоростной поезд рассекает горные хребты, перелетает долины между хребтами по мостам. И я тогда сказал, что да, вот есть такие, но ходят эти же поезда и по обыкновенным, еще паровозным германским дорогам. Вот он нас и обгоняет. Дороги проложены по долинам, в объезд селений, речушек, то есть постоянно кривые. И поезд этот, как вы можете видеть, наклоняется в поворотах. У него специальная система, чтобы человек не чувствовал центробежной силы внутри вагона. Вагон наклоняется до 10 градусов в определенных условиях. Но вот пока он едет, я вам покажу еще и станцию германскую. Вот такие полустаночки бывают, то есть рельсы расходятся пошире, и в середине большая довольно платформа, травянистая, что меня удивляет иногда, но тут же есть и спуск в подземный переход, и даже лифт для инвалидов. И вот встречный поезд, это то же самое скоростной. Германия, чем интересно, что это, пожалуй, единственная страна в мире, где все пассажирские поезда очень тесно связаны в единое всегерманское расписание. Утром стартуют часа в 4 примерно 5600 поездов из разных точек. И куда бы вы ни приехали, вам будет пересадочный поезд дальше. То есть, если бы доехать от Москвы до Самары за один день на 5 электричках, вот примерно так. И пересадки будут довольно комфортные, 10-20 минут. Но, конечно, опасно, когда 5 и 4. Поезд может не дождаться, вы можете задержаться. И в конце рабочего дня, ближе к ночи, конечно, сбив этой системы случается. Я сам не раз попадал. И еще вот одно замечание. Почему поезд обгоняет нас по параллельному пути? А потому, что здесь очень мало товарных поездов. Вот размер железнодорожных грузоперевозок в Германии просто ничтожен по сравнению со всем оборотом, который осуществляется по автодорогам. Грузовые поезда здесь небольшие, 500-600 тонн, редко до 1000, и ходят в основном ночью. Поэтому днем пассажирские поезда могут ехать по параллельным путям. Ну, до разъезда какого-то, конечно. Ну, а вот это скоростной поезд нас обогнал. Смотрите, интересуйтесь. Всего доброго!